Развитие крестьянско-фермерских хозяйств, новые рабочие места на селе и увеличение объемов производства – все это грантовая поддержка «Агростартап». Советами и средствами начинающим фермерам активно помогает государство. Главное для бизнесменов – хотеть работать. Сергей Артемьев из Троицкого Сунгура Новоспасского района начал свое дело в прошлом году. Проект по созданию фермы требовал больших затрат – больше 6 миллионов рублей. Накопленных сбережений не хватало. За помощью обратился в областной Минсельхоз. Подали в мае прошлого года заявку, отдел компетенции подготовил нам документы, и в октябре, 23 октября, нас, в общем-то, объявили победителями, в ноябре перечислили денежные средства и начали осваивать. Дали нам грант 3 миллиона 787 тысяч рублей. Как результат, коровник на 20 голов, доильный аппарат и высокопродуктивные буренки из Нидерландов. Каждая, по словам Сергея, дает до 30 литров молока в сутки. Ухаживать за рогатыми подопечными Сергею помогают еще двое работников. Фермер входит в сельскохозяйственный кооператив «Станичный». Через кооператив удается реализовывать свою продукцию не только среди жителей близлежащих районов, но и в торговые сети Ульяновска. Всего же за прошлый год грантовой поддержкой воспользовались 22 фермера. 15 человек из 22 полностью освоили проект на 100%, как и вот эта ферма, и остальные на уровне 80-90%. То есть практически свои обязательства по созданию рабочих мест полностью все выполнили. 59 новых рабочих мест с хорошей для села заработной платой у нас сегодня в регионе по национальному проекту созданы. Потратить полученные средства можно на приобретение земельного участка, посадочного материала, животных или необходимой техники. Поддержка начинающих фермеров ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.